Доброе утро, 7.00. Сегодня у меня вот такое красивое китайское блюдо. Яйца маринованные по-китайски. Видите, они такие черненькие сверху. Овощи сверху тоже маринованные из тех же яиц. Ребята, это очень вкусно. Попробуйте. Оно для нас как бы необычно, но я вам говорю, кто любит яйца, тем по-любому понравится. Чашечка черно-зеленого чая. Без сахара. Приятного аппетита. Всем удачного похудения. 9.20. Мой перекус. У меня сегодня мусс из яиц вареных типа в шоколаде. Ну, не знаю, первый раз везде показывают. Думаю, да, попробую сделать. Мне не очень верится, что это вкусно. Я как бы палец облизнул. Ну, такая себе. Не знаю, сейчас оно постояло, может, сыграло. Чашечка черного кофе. И получается 2 яйца. Ложка столовая какао и ложка чайная меда. По идее, должно было... А, и еще молока. Но у меня был йогурт, еще лучше как бы. Вот такая вот получилась консистенция у меня. Должно быть погуще, видать, я много йогурта добавил. Вот сейчас я при вас как бы попробую и скажу, стоит это вообще делать или нет. Ну, такая себе. Чувствую и яйца, много какао, ну, не знаю, какой-то необычный вкус. Ну, честно скажу, я съесть-то я съем, все-таки 2 яйца, это мой перекус, мне придется его съесть. Но, чтобы я еще раз его сделал, это нет, это нет. Чувствую горечь какао, ну, конечно, они, наверное, там... Потом сахара набузуют или меда, конечно, можно все что угодно съесть. Но так, чтобы сказать, что это вкусно, а больше сахара и меда нам, худеющим, нельзя. Поэтому как бы десерт не засчитан. Такой вот это грустный. Ну, попробуйте, если хотите. Просто все там делают на 4 яйца, я думаю, ну-ну. Вот я знал, что ну не будет он вкусный. И все так вкусно, брешут, понимаете, бессовестно и наглым образом. Давайте, хотите, пробуйте, хотите, нет. 14.00, у меня супчик грибной на белых грибах карпатских, обалденно вкусный. Немножко картошки, чуть-чуть рисика, и мяско, и грибы. Очень красивый, вкусный, сметанку добавляю, запах. Зажарку я делал на сливочном масле, видите, желтый. 18.00, на ужин у меня такая тефтеля из говядины в томатном соусе. И захотелось мне себе под шубой салатик сделать. Вот такой кусманчик себе положил. На ужин будет достаточно. 21.00, мой вечерний перекус, одна груша и вишневый йогурт. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирукопец. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.